Из 18 школ муниципалитета 40% старшеклассников приняли участие в Олимпиаде по избирательному законодательству. Ведь кроме желания проверить свои знания, у молодых людей появилась возможность прикоснуться к одной из сторон гражданской ответственности, а именно к участию в выборном процессе. Из них 66 вышли на муниципалитет по баллам, и из 66 определилось 3 победителя этой Олимпиады, вот которые сегодня и награждаются. Трое ребят были удостоены дипломов победителей и награждены памятными подарками. Также не обошли вниманием и учителей, подготовивших своих учеников. Победителей поздравила председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. Как вы уже заметили, очень многие свое будущее связывают с юриспруденцией, с правом, с избирательным законодательством. Для нас, как для избирательной комиссии, это очень важно, потому что не всегда молодежь настолько вовлечена в избирательный процесс, в избирательную систему. В будущем молодые люди могут быть привлечены к работе территориальной избирательной комиссии и стать полноправными участниками организации процесса выборов. Я решила участвовать в этой Олимпиаде, потому что я собираюсь в будущем связать свою жизнь с профессией юриспруденции и дальше как бы в этом направлении развиваться. Поэтому думаю, что изначально нужно уже начинать готовиться, изучать наше законодательство. Мне очень понравилось, потому что эта область интересная, избирательное право. Это то, что касается всех граждан, и все мы должны политически подкованными быть и знать свои права и обязанности. И то, что избирательные комиссии и другие государственные органы организуют такие молодежные мероприятия, это очень хорошо. Закончилось мероприятие чаепитием и неформальным общением. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.